как думаешь, пальма оторвется? Хороший вопрос. Мы ставку сделаем? Философский. Мы ставку сделаем? Боже. Ну ты думаешь, что да? Я думаю, что да. Ну давай, я тогда думаю, что нет. Ой, смотри, ну, по-моему, прямо сейчас оторвется. Я думаю, шансов у нее нет. До вечера даже. Да, да, да. Затащили нас. Ты хотя бы сыграл? Я хотя бы сыграл, да. И до Лешча хоть сыграл. Пролетел тоже. Прилично. А представляешь, вот Батраков, он должен был сегодня дебютировать. Ну, да, сколько? Дебютирует, ничего страшного. А ты свой дебют помнишь за сборную? Отбор, по-моему, на мир с Кипром в Питере. 4-0 или 5-0, не помню. Хороший матч. А потом еще с хорватами на замену, да, выходил. Потом еще с хорватами, да. А, ну так твоя погода. Ну, плюс-минус. Вот смотри, снимай вот этот момент, она сейчас улетит. Рома проиграл, по-моему. Да я просто так чувствую. Да? Смоляна, ну просто. Забрать, забрать. О, Смоляна как крутит. Идеальная погода, чтобы прочитать книжки. Что может быть лучше? Сказать, сидишь в отеле и нечего делать. Почему бы не почитать книжку? Одну успел уже дочитать, кстати. За сбор? Да. Ну, там, частично начал еще до сбора, но основную часть прочитал за сбор. Так за окно смотришь, не тревожно? Да нет, я на самом деле привык к подобной погоде, потому что в Крыму, на самом деле, достаточно часто такое тоже. Происходит. Ну, может, не настолько сильно, конечно, но, в принципе, бывает что-то подобное. А футбол играть приходилось в экстремальных условиях? Да, в Ураган играли, в принципе, и в Крыму, и я думаю, что и с Локомотивом мы играли в экстремальных условиях однажды, с Спартаком, поэтому, в принципе, не впервой. А что, вы этот? Видеоблог? Нет, да. Это видеоблог. Блогеры? Слушай, я не знаю, что понимаю, вот эти мопедчики ездят, а машины не ездят. Как так? А, не, вон машина едет. Да что, нормальная погода, мне кажется, можно было. Да можно было поиграть. Да, не проблема. Да за брюки ускорение будет кое. Против ветра бежать. Да, какие шансы на вылет? Чем? Мы когда-нибудь улетим. Окей, сейчас. Как раз к туру, да? Как раз у нас игра в Москве, сразу в Москве я останусь. Ну, вон, видишь, ездит скутер. Я тебе говорю, скутер ездит, а машина ездит. Как так? Они не очкуют? Ну, вот вы смотрите за окно. Тревожно? Нет. Я тут себя в безопасности чувствую. Вот именно тут сейчас. Именно в моем номере. Потому что есть сильное плечо друга или надежное стекло? Да, просто стекло, походу, надежное. Пока что. Ты тут пришел еще. Вы, точнее. Да. Как вам в целом? Хорошо сыграли. Сходите к Долеру. Я думаю, он точно вообще без паники. Долер сейчас бледный, наверное, трясется. Долер сыграл хотя бы. Вот это, кстати, обидно. Я поиграл бы сегодня. Ну, типа, столько пролететь и не сыграть. Женю. Блессюр. Ну чё, как ты? Нормально. У меня телефон вырубился. Собственно, выспался. Болельщики все пишут. Че? Типа пролетел 20 тысяч километров. А ничего страшного, бывает. Вы же не первый раз отменяют же у нас. Правильно? Ну все равно
наверное, супер приятно прилететь в сборную, всех увидеть. Не, ну, конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун. Главное сейчас улететь хотя бы, а то из-за такой погоды это может быть не сегодня, не завтра утром, тогда будет плохо. Ну, у тебя же тоже перенесли, да, ночной вылет? Да, перенесли, но при этом сказали, что аэропорт непонятно, когда будет открыт, и может еще перенесут, поэтому посмотрим. Посмотрим, когда вообще куда-нибудь улетим. Много свободного времени появилось. Здесь? Да. Ну да. Не знаю, вот сейчас буду разговаривать с учителем. Не буду, сегодня суббота. Сегодня нельзя позаниматься, поэтому... Да, много свободного времени. Не знаю, там с ребятами еще пообщаюсь, наверное. Это у тебя как раз рабочий тетрадь? Ну да, тут словечки мои французские. Пытаюсь заучить. Пока... Ну, какое последнее выучил? Последнее? Блессюр. Это травма. Вот. Так что... Но... Идет мне тяжело французский, скажем честно. Не знаю, как. Долера вообще хорошо общается. Вы говорили с ним по-французски, нет? Или просили? Но он хорошо общается. Не, я, мы, допустим, летели, как я понимаю, у него вообще хобби изучение языков. И когда мы летели, он прям с книжечкой сидел, где там не просто слова, а там уже фразы, какие-то выражения заучивают. И прям такая заполненная книжка, поэтому я думаю, что Долер так во французском уже посильнее разбирается. Мы когда видели, он спокойно в магазине, ну не в магазине, там в ресторане, спокойно общался по-французски, поэтому Долер мой кумир. Он интервью уже давал по-французски. Ну это я видел, да. Я видел только одно. Ну, мне кажется, он одно и давал, ну, прямо на поле, которое было. Да. Ну, в принципе, пару фраз сказать я смогу, но полное интервью там на какую-то тему помимо футбола, наверное, будет тяжело дать. Тебе оттуда уже звонили, спрашивали, переживали? Ну, тренер вот написал, спросил, отменили. Я говорю, да. Прислал видео с окна. Он говорит, понятно. Вот так что. А тренер вратарей? Да. Ну, мы с ним на связи всегда. Он там спрашивал, как у меня проходят тренировки, потренировался ли я там на следующий день после прилета, какая нагрузка. Скидывать мне упражнения, чтобы я готовился к тренировке, поэтому всегда на связи, в этом плане достаточно профессионально. А вот есть какие-то дополнительные задания от тренера вратарей ПСЖ, пока ты в сборной, что-то еще делать? Ну, на самом деле, насколько я знаю, Виталий Витальевич общался с тренером вратарей ПСЖ, и он попросил Витальевича сделать пару упражнений, которые мне нужны. Не знаю, Витальевич успел их вставить или нет, потому что все-таки тренировочного времени у нас мало было, все было скомкано. Вот. Но, в принципе, установки какие-то были. Ну и плюс по физической подготовке, там, сходить в зал, какие-то упражнения сделать, подготовиться, это я тоже сделал уже. Главное, кроссворд взял с собой? Нет, с этим проблема. Французские кроссворды я еще не готов разгадывать. Единственное, что у меня с собой, это судоку. Судоку на французском, в принципе, так же выглядит, как и на русском. Мы тебя будем привозить с конвордой, когда тебя в сборную вызывает. Договорились. Чтобы у тебя был запас. Вообще, потому что у меня таким ощущением, я там то французский учу, то по-английски разговариваю, и я уже русские слова начинаю забывать некоторые. Поэтому надо, наверное, чуть работать и над русским уже начинать. Ну, единственное, что я заметил, так вроде все неплохо. Единственное, вон там с куском асфальта дерево упало почти на машину. А так я повсматривался, вроде неплохо все. Чего отменили матч, вообще не понимаю. А,